Всем привет, ребятки, с вами погнали. Введи свое имя. Let's play, мы продолжим. Мы начинаем проходить игру Смешарики Олимпиада. Ну, точнее, правильно будет сказать, Олимпиада Смешариков. Ну, не суть. Погнали. Так. Давайте так и напишем. Погнали. Играть. Здесь можно посмотреть вступительный мультфильм и построить стадион. Чё? Чё, когда тебя будет заять? Ну как, давайте. Настроил? Давайте. Чё? Нет еще. Просто не понимаю, что с ним случилось. Магнитные бури, наверное. Вот, бабочки тебе залетели. Я пользовался обычным шампунем. У меня на голове росло... Осадка не ожидается. Смотрите в сериале. Скоро состоится открытие Олимпийских игр. Вот оно! Подожди! Тут же в программе все правильно написано. В 2:00. Замечательно! Традиционный просмотр Олимпийских игр состоится. Каких-каких игр? Олимпийских. Они так названы в честь города Олимпия. Молодец, ежик. А где ж такой город? В Африке, что ли? Не совсем. В Греции. Правильно. Олимпийские игры возникли в древние времена, в Греции, когда вас еще и на свете не было. Что, и тебя не было? Да, меня тоже. А где ж ты был? Интересно, там такое дело, а ты, наверное, все проспал. Крош, не путай меня, меня тогда еще вообще не было, я сейчас. В древности часто устраивались праздничные состязания в честь богов. Самыми известными были игры, посвященные главному древнегреческому богу Зевсу. Они проводились каждые 4 года в городе Олимпия, главном месте поклонения Зевсу. С наступлением игр в стране объявлялся мир, и множество людей приезжали в Олимпию, чтобы посмотреть и поучаствовать в играх. Атлеты, древние спортсмены, соревновались в беге, кулачном бою, метании копья и диска. На ипподроме устраивались скачки и состязания на колесницах. Судьи восседали на возвышении и награждали победителей венками из ветвей оливы. Ух ты! Наверное, сильными были эти атлеты! И раз, и два, если хочешь быть здоров, закаляйся. И раз, и два, если хочешь быть здоров, занимайся. И раз, и два, ух! Поглядите-ка на Савунью, ну просто настоящая спортсменка! Да, а между прочим, современные спортсмены устанавливают мировые рекорды и получают за это золотые медали. Ёлки-иголки! Золотые медали! Я уже столько лет тренируюсь, а ни одной медали не получила. О. Это потому, что ты не побила ни одного олимпийского рекорда. А разве для этого обязательно надо кого-то бить? Нет, я в драках не участвую. Для этого не надо никого бить. Для этого надо провести соревнование и выяснить, кто сильнее в честной борьбе. Ёжик, это просто замечательная идея. Мы можем сами организовать Олимпиаду и даже установить новые рекорды. Ну, наконец-то! Давно пора! На нас возложено ответственное задание. Пока Крош, Савунья и Копатыч строят стадион, мы займемся организацией. Нюша сделает украшение, Пин возьмет на себя техническое оснащение, а Бараш придумает сценарий торжественного открытия Олимпиады. Хорошо, но мы почти ничего не знаем об Олимпийских играх. Ничего страшного, сейчас я расскажу вам самое важное. В древности Олимпийские игры были очень популярны, но традиция прервалась на многие сотни лет. И вновь Олимпийские игры прошли только в апреле 1896 года в столице Греции. Своим возрождением они обязаны французскому историку, барону Пьеру де Кубертену, который провозгласил основной олимпийский принцип «Главное не победа, а участие».
С тех пор Олимпийские игры каждые 4 года проходят в самых разных городах и странах мира. А что еще придумал этот барон Пьер де... Очень многое. Например, олимпийские символы. Один из них – это олимпийский огонь, который горит на всем протяжении соревнований. Факел зажигают на горе Олимп. И знаменитые спортсмены из разных стран передают факел друг другу, пока, наконец, огонь не достигнет главного стадиона, где будут открыты игры. Олимпийский огонь символизирует борьбу за победу, а также мир и дружбу. Другой известный символ Олимпийских игр – 5 олимпийских колец. Это 5 частей света, а их переплетение – это дружба и сотрудничество всех народов мира. Синее кольцо символизирует Европу, черное – Африку, красное – Америку, желтое – Азию, а зеленое – Австралию. Эти кольца также изображены на олимпийском флаге. Фантастич! Но мы что-то забивает. Ой, я знаю, знаю! Мы забыли про талисман Олимпиады. Молодец, Нюша. Тут надо подумать. И пришло же кому-то в голову, чтобы я был этим, как бишь его там? А, точно, талисманом. Отлично! Друзья, теперь у нас есть талисман. Осталось только построить наш олимпийский стадион, и мы готовы к Олимпиаде. Строительство стадиона. Ну что, давайте наконец-то строить. Так что после всех этих лекций мы готовы строить стадион. Давайте для начала сделаем площадочку эту. Так. Так, теперь ставим вот это сюда. Так, я так понимаю то, что вот это сюда, это штучка такая для прыжков 6, насколько я понимаю. Так, палку сюда. Так, ой, это тяжелая атлетика. Так, места для зрителей тоже продумаем, да. Так, флаг ставим, естественно. И полосу препятствий делаем. Ставим флаг с надписью «Старт» и ставим сюда футбольные ворота и сетевую площадочку, да. Так, это мишени. Так, делаем эту штучку, чтобы прыгать в бассейн. Ну, естественно, сам бассейн. Не будем же в землю прыгать. Ну и самое главное на Олимпийских играх – олимпийский огонь. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня погода нас радует теплым солнцем и легким ветерком. Отличный день для открытия Олимпиады. Мы находимся на центральном стадионе Долины Смешариков, и, несмотря на ранний час, на трибуне собралось множество народу. Сейчас произойдет торжественное поднятие флага первых Олимпийских игр в Долине Смешариков. Зрители замерли в ожидании этого момента. На стадионе появляется Крош. Он в отличной спортивной форме. Происходит передача огня и факел у Савуни. Савуни усердно тренировалась весь год и готова бороться за золотые медали. Сейчас она передает факел дальше и... Огонь принимает Лосяш, наш непревзойденный марафонец. Напомню, что он еще и Нобелевский лауреат. В общем, молодец, да и только. Какой сюрприз! Олимпийский огонь будет зажигать Копатыч, талисман нашей Олимпиады. Еще одно мгновение и... Ура! Какая красота! Поздравляю всех с открытием Олимпиады в Долине Смешариков! Теперь нас ждут увлекательные соревнования спортсменов. Им предстоит нелегкая борьба за медали. Вот так вот. Теперь мы можем наконец-то поиграть. То, что я вообще эту игру должен был пройти еще раньше, потому что, как вы знаете, у нас сейчас тоже Олимпиада идет. Хотя я не помню, вот она, может, она уже прошла, но я не помню. Я точно не знаю.
Ну, если она все еще идет, то это отлично. Ну, давайте-ка мы тоже займемся спортом. Так. Бег с препятствиями. Давайте побегаем. Я люблю бегать. Почему бы и нет? Я бегать люблю. Давай. 3, 2, 1. Побежали. Вот так. Вот так вот. Бежим. Вау. Препятствия. Оп. Да. Да. Оп. Прыг-скок. Есть. Так, у нас уже 87 очков. Ну почему скоро будет еще больше? Уже 106, как же это круто. Еще препятствие, да. Мы уже почти на финише. Так, бежим, да? Отлично, ты уложился в отведенное время. Да, мы на финише. О, ни хрена себе. 246 очков заработали. Как же это круто. Так, сейчас это было только обучение. Теперь у нас, я так понимаю, разминка будет, да? Ну давайте-ка разомнемся, чё. Лишняя разминка никому не помешает. Давай. Давай. Это уже посложнее, это уже здесь уже 3 полосы уже. Это куда сложнее, чем было. А, блин, задел препятствие. Ладно. Ладно, ничего. Один раз, я думаю, не считается. Вот это сейчас было эпично. Давай. О, как же это сложно. Блин, еще раз напоролся. Зараза. На это препятствие. Так. Бежим. Отлично. Ты уложился в отведенное время. Все, мы на финише. 276 очков. Это еще круче. На целых 30 очков больше. Это еще круче. Ну круто. Ну теперь будем проходить самое опасное. Это уже само соревнование. Потому что мы потренировались, размялись. А теперь мы готовы к соревнованию. Погнали. То, что я помню, что здесь... Блин, здесь уже все посложнее. То, что я... Помню, я в эту игрушку, я в нее раньше же играл, я знаю. То, что здесь препятствия будут посложнее. Поэтому их желательно... Лучше просто оббегать тут. Так. Так, идем. Так, бежим быстро. То, что времени маловато. О! Фух, перепрыгнул. Блин, ну там буквально миллиметр был, зараза. Ну я буквально миллиметр задел. Ну блин, вот пожалуйста, вот опять. Я задел буквально миллиметр. Я задел буквально один миллиметр. Блин, мы уже не успеем, потому что у нас время выйдет. Так, короче, выход. И давайте заново. Потому что у нас времени маловато, мы все равно не успели. Давай. Так. Сейчас я на удивление сумел перепрыгнуть. О. Ну блин, просто. Я лучше через них прыгать не буду. Я уже вот такие препятствия буду просто оббегать. Потому что, вот видите, здесь просто здесь буквально миллиметр один заденешь и все. Пиши пропало, так скажем. Хорошо. Как же сложноватенько. Сложно это очень. Это все очень сложно. Блин, опять задел. Ладно, идем дальше. Прыгаем. Бежим. Бежим. Мы уж почти на финише. Ну, блин. Мне кажется, что мы вряд ли успеем.
А не, мы все-таки успели. Ты уложился в отведенное время. Мы все-таки успели. Ты награжден золотой медалью. Фух, мы хотя на соревновании заняли место, ну так, пониже, чем на разминке, ну потому что там препятствия были посложнее. Но как бы 256 очков тоже нормально. Выходим. Выход из игры. Так, давайте кому теперь будем... Тяжелая атлетика. Давайте мы и займемся. Блин, вовремя мне пришло сейчас проверка, видом... Вот вовремя мне сейчас пришла очень проверка. Прямо очень вовремя. Ну, ладно. Ладно, пофиг. Начинаем. 30 килограмм. Так, давайте положим ему тележку, бочку с медом. Так, монитор. Этот, самовар. И положим ему туда грушу и ведро. Готово. Все. Ты успешно справился с этим весом. Это легко. Так, 7 килограмм. Ложим ему тыкву и книгу. Готово. Успешно. Ты успешно справился с этим весом. Так, ну 5 килограмм это вообще легко. Ложим ему тыкву. Просто тыкву. Молодец, ты настоящий силач. Вот так, 451 очко. Это круто. Теперь давайте-ка мы разомнемся. Так. Так, 10, 20, 25, 24. Так, 30. Все. Давай. Есть. Ты успешно справился с этим весом. 292 очка. Это круто. Так. Ладно, ликовать мы еще пока не будем. Так. Так, 25, так, 26, 27, 29, 31, все. Изич. Ты успешно справился с этим весом. Изи. Так, 10, 20, 25, легко. Ре-ха-ха! Молодец, ты настоящий силач. Вот так, 884 очка. Клево. Ну а теперь давайте-ка мы пойдем на соревнование. О, это уже посложнее будет. 20. Ну-ка, 25. 29. 30. Так, 32. 35. 37. 38. 39. Так, и 35 получается. Так, плюс... блин. Так, 39. Блин, ну как тут это? Как это сделать? Блин, я не знаю, я туплю сильно. Так, 5. Так, так, блин. Давайте попробуем вот так сделать. Блин, нет. Ничего страшного, у тебя есть еще попытка. Вот зараза, я жестко тут падал. Так, убираем отсюда 2 грамма. Так, получается, что если я положил 1,5 получается, то у нас есть 9,5 получается. Нам нужно 1,4 нужно, чтобы у нас было. Подожди, ну как такое возможно? Я ничего не понимаю. Так. Так, 25, 26, 27, так, 29, 31, 33, так, получается 33, 37, блин, что же я так туплю, ну блин, я уже не успею. Блин, вряд ли получится, блин. Ничего страшного, у тебя есть еще попытка. Да блин, в жопу эту попытку. Давайте еще раз. Так, блин.
25. Так, ну сейчас, я думаю, сделаем все. Давай. Все, сделали. Наконец-то. Ты успешно справился с этим весом. Есть. Так, давай. 20 25. Так, 29. 31. 32. 32,2. Давай. Ты успешно справился с этим весом. Так, ну и сейчас, я думаю, будет вообще легко. Так. 25. 30 33 32. Так, 32,5. Подожди-ка, а чё сейчас туплю? Давай, готово, давай. Готово, Вот это да! Новый мировой рекорд. Ты награжден золотой медалью. Ура! Ну, мы ж медведи, так что мы легко справимся с этим. Мы медведи, мы легко установим. Мы легко и гордо установим новое. Ну что ж, давайте-ка мы с вами еще стрельба из лука. Постреляем с вами еще из лука. Я на этом закончу. И потом у нас будут еще видео по этой игре. Стрельба из лука. Погнали. У нас будет потом еще видео по этой игре. Первая серия выстрелов. То есть это не как в случае с компьютером ежика, я буду проходить ее полностью за одно видео. Нет. Эту игру я пройду за несколько видео. Так. В яблочко. Так, все выстрелы точно в яблочко. Давай. Есть. Отличный результат. Есть, все выстрелы в яблочко, абсолютно все. 50 очков. Так, первая серия выстрелов. Давайте-ка мы теперь разомнемся. Так, ну почти. Это надо целиться чуть повыше. Так. Ну, почти. Блин. О, в яблочко. Еще раз. Да. Вторая серия выстрелов. Вторая попытка, давай. Ах ты, зараза. Блин. О, в яблочко, есть. Давай, яблочко, давай. Блин, нет, не получилось. Отличный результат. Есть, 91 очко. Есть, круто. Теперь идем на соревнования. Первая серия выстрелов. Теперь идем на соревнования. Есть, яблочко. Удачно. Ну, как бы тоже нормально. О, яблочко. Блин. Вторая серия выстрелов. Давай, вторая серия. Есть, давай. Так, попал опять в красное. О, есть. В яблочко. Давай еще раз в яблочко, давай. Жалко. Опять промазал. Третья серия выстрелов. А, блин. Теперь у нас еще и третья серия, блин. А это печально. То, что если мы и в ней покажем плохие результаты, то ничего хорошего из этого не будет. Давай. Последний выстрел, давай. Установлен новый мировой рекорд. Yeah! Ты награжден золотой медалью. Есть! Мы установили мировые рекорды. Есть! Фух, мы установили новые мировые рекорды. Фух, ребятки. Ну что ж, на этом
я заканчиваю этот выпуск. В следующем выпуске вас будут ожидать прыжки с шестом. Прыжки с шестом. И плавание. Синхронное плавание. Всем удачи и пока-пока. Бег.